весна до нас вже поспішає, а ось весняний авітамінос прийшов чітко за календарем. Його перші симптоми – сухі шкіри, ламкість нігтів, випадання волосся. Прокидатися вранці стає важче, все ніби валиться з рук. Таким чином проявляє себе авітамінос, адже взимку організм отримує менше вітамінів і мікроелементів. Та насправді те, що називають авітамінозом, таким не є. Авітамінос – це хвороба, викликана певною відсутністю в організмі того чи іншого життєво необхідного вітаміну. У повсякденному житті ми маємо справу з іншим явищем – гіповітамінозом, тобто станом, викликаним нестачею в організмі вітамінів і мікроелементів. Лікарі кажуть, гіповітамінос спускати у вільне плавання не варто, адже його симптоми потім можуть стати хронічними. Стан здоров'я можна поліпшити профілактичною дозою вітамінів, але медики переконують, кращого за збалансоване харчування ще ніхто нічого не придумав. Через те, що основною причиною виникнення авітамінозів залишається незбалансоване харчування, то основним принципом його лікування якраз і є коригування свого раціону. Адже правильного раціону авітамінос боїться. А от як запобігти вітамінній кризі і які продукти слід вживати, запитаємо у гостя студії. Отже, як і обіцяли, до нашої студії завітала гостя, яку я вам радий представити, гастроентеролог Ірина Шебільянова. Доброго ранку вам. Доброго. Доброе утро. Спасибо большое, что вы с нами. Итак, начнем с того, что же делать зимой с авитаминозом. Как с ним бороться? Ну, вот, буквально за несколько дней наступит уже весна, и вот зимний-весенний период – это очень тяжелый период в плане потребления витаминов. Ведь недостаток хотя бы одного из витаминов – это уже считается авитаминоз. В первую очередь, это, конечно же, сбалансированное питание, которое поможет нам бороться с авитаминозом. Но следует обращать внимание и на свое состояние здоровья. Ведь недостаток одного витамина – это уже нарушение нормальной работы организма. А как понимать, что какого-то определенного витамина или комплекса не хватает? Ну, вы обращаете внимание в первую очередь на свое здоровье. Например, на состояние кожи. Если это сухость, какие-то угревые высыпания, это говорит о том, что уже не хватает витамина А. Недостаток витаминов группы В различных, там В6, В12, В9, проявляется сухостью рта, слизистых полости рта. Могут появляться разнообразные трещинки, язвочки. Поэтому следует сразу же обращаться к доктору. Вот эти витамины, как лучше их получать? Каким-то естественным путем, какие-то фрукты, которые есть в магазине, или, возможно, используя препараты, которые есть в аптеках? Ну, в первую очередь, это же, конечно же, ваше личное сбалансированное питание. Это употребление как фруктов, овощей, мяса, рыбы, правильное их хранение и правильной термической обработки, максимальное количество витаминов сохраняется в продукте. Поливитамины, которые продаются в аптеках, это тоже неплохой продукт, но их прием нужен только после назначения доктора, то есть только после консультации, потому что употребление поливитаминных препаратов, когда вы употребляете достаточное количество овощей или фруктов, может только навредить организму. А вот по поводу вот этих препаратов, я всегда думал, что если это витамины, то их можно без проблем приобрести самому без рецепта, без предписаний каких-то и просто употреблять каждый день там по одной витаминке, то есть это может навредить? Это может навредить. И какие могут быть результаты после этого, если это навредит? Что будет с кожей, возможно, опять-таки с полостью рта и так далее? Ну, в первую очередь, поливитаминные препараты, которые в себе содержат не только витамины, но и минералы и различные жирорастворимые витамины, ведь мы можем на полках у нас в аптеках увидеть там омега-3, цинк и так далее, разные поливитамины. Если употреблять большое количество жирорастворимых витаминов, это может принести вред для организма. Это точно так же может проявляться усталостью, раздражительностью, бессонницей. Нарушается работа различных органов и систем. В первую очередь это страдает гормональный фон у нас. Если вы будете употреблять большое количество водорастворимых витаминов, таких как, например, аскорбинка, это, ну, в принципе, никак не проявится на вашем общем здоровье. Все лишнее выйдет, скажем так. Лишнее, да, все лишнее выходит, поэтому, но я все-таки рекомендовала прием препаратов только под контролем врача, а не как у нас привыкли, зашли в аптеку, взяли, попринимали, а легче не стало, а иногда даже и хуже. То есть можно с крайности уйти в другую крайность. В другую крайность. А по поводу авитаминоза, если не принимать эти витамины, к чему это может привести? К каким-то хроническим заболеваниям, там, кожи, еще чего-то? Да, недостаток витаминов в организме приводит к обострению различных
хронических заболеваний, таких как заболевания щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, точно так же, как и заболевания кожи. Поэтому вы только обостряете ситуацию со своим организмом. Поэтому лучше все-таки обратить внимание. Смотрите, есть ли какие-то... То есть обращаемся мы, например, к врачу, да, какие-то назначают нам еще процедуры, либо анализы, как-то это все определяется, или это все вот по моменту, то есть вы видите просто, например, если сухость кожи, как мы говорили, не хватает таких витамин, еще, то есть либо есть какие-то определенные процедуры? Ну, процедуры определения витаминов у нас определяются только некоторые витамины, если честно, в частных лабораториях. Чаще всего это просто на фоне сбора ваших жалоб и объективного осмотра доктора. А если анализ, то это анализ крови? Анализ крови, да. А по поводу вот витамина, да, как их принимать, мы определили, что и немного должно быть, и те, которые предписал доктор. А как быть с беременными? Есть ли какие-то особенности? С беременными это отдельно, да, это отдельные особенности, потому что в определенные периоды беременности надо принимать определенный комплекс витаминов. Первые 16 недель это фолиевая кислота обязательно, потому что она участвует в формировании нервной трубки у ребенка. Дальше идут различные поливитамины. Это все тоже под контролем акушер-гинеколога. На этом фоне авитаминоза. Может ли быть такое, что необходимо там увеличивать количество этих витаминов, потому что не только те, которые необходимы, но еще и сезонные нужны? Сезонные витамины – это, в принципе, круглогодичные, я вам хочу сказать, витамины, потому что запастись витаминами впрок невозможно. Но все-таки лучше пересматривать свой рацион. Это естественные витамины, которые находятся в овощах, фруктах, мясе, рыбе, чем синтетические, которые привезены фармкомпанией. А по поводу беременных и людей, которые не беременные, да, как бы это ни звучало смешно, но а по поводу детей? Как быть? Потому что на сегодняшний день очень большое количество витаминов. Многие рекламируют, что там съешь, не знаю, наших зайчиков, мишек и так далее, какие-то жвачки, и все, и витаминов будет у ребенка достаточно. Этому доверять или нет? Ну, я бы не сказала, что можно сильно доверять. Да, сейчас для деток вообще самый широкий, мне кажется, ассортимент витаминов. Это для детей от года до трех жевательные таблетки, различные, там, как вы говорите, зайчики, мишки и так далее. Все-таки молодым мамам желательно уделить внимание рациону ребенка, готовить каждый день продукты свежие, это овощи и фрукты. Разнообразное должно быть употребление каш. Если обработка овощей, то это термическая обработка в духовке или на пару. Все-таки детки, с ними надо более пристально обращать внимание на витаминозы. Это и прогулки на улице, потому что витамин D и мы получаем только во время прогулок. Поэтому с детками. То есть уход, правильный уход за детками не потребует никаких потом в дальнейшем витаминов. То есть никаких проблем потом не возникнет. Проблем не возникнет. То есть, одним словом, все зависит от нашего питания правильного, необходимы витамины, овощи и правильная обработка этой еды, которую мы употребляем. Поэтому, друзья, не спешите бежать в аптеки, покупайте самостоятельно, обращайтесь к специалистам, которые посоветуют, как же избавиться от авитаминоза, потому что сейчас как раз тот сезон, когда все начинают активно на это жаловаться и, соответственно, хотят побольше витаминчиков, потому что их не хватает после зимы. Спасибо вам большое за то, что сегодня Спасибо. К нам пришли в студию. Я еще раз нагадываю, что сегодня спілкувалися стосовно авитаминозу та як із ним боротися, за стоянтрологом Іриною Шевільяновою.